Всем привет, меня зовут Мирик. Мы сегодня продолжаем опять играть в Майнкрафт. А пока загружается, можете поставить лайки, подписаться на канал и поставить колокольчик. Всем пока-пока. Что такое короткое видео? У вас два еще нет. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я спать пил душу. Берег. Ну что, дальше погнали видео снимать. Так, смотрим, идем. Смотрите. Если я хочу поршень поставить, поставить на него два блока. Давайте я сейчас вот так. Смотрите, когда буду выходить. Так, стол даже будет. А я вот тут вот раз. Вот это. Повторитель надо поставить. Где повторитель? А где он? Я что-то повторитель не вижу. Что это? Что это? Смотрите, я беру где-нибудь лучачек, чужого берем. Знаете, что? Блин, сюда поставим. Давай железку. Вот сюда вот будем, поставим сейчас. А мы когда будем... Плит прям ставить вот тут вот. Вот тут. Вот теперь вот так. И все вот так. А потом ты не можешь, будешь. Потому что ты нас будешь. Видишь? Смотри. И сюда тоже. Сюда вот еще дверь поставим. Будет прикольный. Так вот. Тоже вот так. Давай как будто... Смотрите, это такие двери будут. Специальные. Так, смотрите. Смотрите. Когда... вот сюда вот мы плиту ставим. А, нет, там же надо вот смотреть. Вот как надо было. Так вот сделать. Вот так, вот так. Так, вот так. Один блок вышел. И вот так вот. Видишь, а вот тут вот где-то плит. А вот сюда вот мы поставим лучать плиту. И смотрите, если мы хотим. Всё. Будет Алексон-то будет идти. Будет идти. Вот тут, вот так вот. Ага. Давай, получается, вот будем. А, это я неправильно делал. Так, смотрите. Блок ставим. Вот сюда вот. Я отсюда рекстоун ставим. А как включить, у нас будет... Как будто у нас дверь такая вот, смотрите. Значит... Будет дверь у нас специально. Плиту сюда надо поставить. Да, вот получится это.
сюда вот ставить. Сюда вот там нужен вот теперь плита. Так, только надо сейчас сюда вот, вот сюда вот ставить. И вот все. Надо где-то... А, вот я понял. Смотрите, мы берем, сюда вот ставим, вот так вот, ставим столбик. Так, берем, сюда лучок ставим, рычажок, или кнопку, и как будто вот мы берем эту кнопочку, берем, так. О, а теперь, а вот тут вот будет, дверь будет. Надо, а вот там вот с ней мы будем активировать. Так же. Так. Сюда вот кнопку. А. Давайте. Сюда вот мы какую-нибудь иголку поставим. Надо, чтобы были двери, надо это сломать. Поставить сюда блок. Так. Сюда вот, вот так вот. Выдвигаться. Так вот. А вот сюда вот мы поставим плиту. А знаете зачем? Вот. А, не происходит, что потому что вот сюда вот это плиту. Вот, вот и тут. И там будет. Давай. Так, вот. Смотрите, выберем. Заходим. И еще кто вот. Будем ставить. А знаете, как он будет? Как будет? Лучше обычную дверь сейчас сюда поставим. Ой, блин. Случайно вышел что-то. Зайти заново придется. Смотрите. Вот я смотрю, хочу вот. Смотрите. Вот. Вот, берем такие, вот так вот идем. И вот так вот сюда вот надо все за этим заставить. А вот сюда вот мы ставим. Только мы активируем сначала. Вот чужок, прям вот сюда вот. Чужочек. Знаете, зачем я что дали? Пай, пап. Поставить тут, поставить и тут поставить. Когда нам надо зайти, мы просто берем вот сюда вот идем. Так вот. А, нет, я не пользуюсь. Так. Сейчас берем вот так. Это у нас то же самое, только тут так заходим. То же самое, только мы тут будем ставить стенку. Ставить. Будем. Так.
там и подставлю. И подставлю вот сюда вот. Когда нам надо, вот тут активируем. А тут вот у нас будет окно. А вот тут вот у нас будет полки. Правильно. Сюда вот внизу вот заставим. Сюда вместо этого поставим золото. Да, вот тоже золото. Или... Вот. Смотрим. Давайте. И смотрите. А, вот тут вот еще не хватает. Давай, второй. Вставайненько остается. Остается. Только делать вот так вот. Сюда дверь поставить. Дверь деревянная. Где эти двери деревянные? Не пойму я почему. Ну тут вот по-любому где-то должны двери выйти. Быть. Где эти двери? Так, где дверь-то? Двери, вы где? Где вы двери были, я уже не помню. Уже не помню что-то. Что-то не помню я. Так, где тут? Давай так поставим, смотрите. Давай, баба. Вот так. Блин. А тут голова мешает. А тут вот. Я просто для себя так вот. Вот это мы вот сюда вот поставим. Так, а мне кое-что надо там. Тут вот надо поставить кровать. Никто не сделает. Это я вам скажу, что можно построить. Что нельзя. Ну, все, можете спать ложиться. Всем пока-пока.